В этом году правительством запланировано строительство моста через Увать в местечке Авдотино. Работы собираются выполнить в течение этого и следующего года. Стоить мост будет 80 миллионов рублей. В перспективе значимость нового объекта инфраструктуры чрезвычайно велика. Авдотинский мост станет частью объездной дороги вокруг областного центра в западном направлении. И, казалось бы, все хорошо. Автомобилисты, да и просто жители Беленицы и Авдотино наконец-то дождутся обещанного. Однако вице-губернатор Александр Фомин чужой радости пока не разделяет. Подрядчик уже сейчас работает с опозданием почти в полгода. А это значит, что к строительству в этом году могут даже и не приступить. Мост в Авдотино, который мы собираемся строить, Ивановский район благодарит, что мы до него добрались. Все хорошо, только проект должен был закончить быть в октябре, и мы уже должны были выходить вот на дорогу. А сегодня получается, что только-только проект поступил на экспертизу. Значит, месяц будет экспертиза, будут замечания, доработки, потом, значит, утвердится сумма, потом мы проведем конкурс, и мы в лучшем случае, значит, выйдем, посмотрим и уйдем на зиму. Недопустимо.